небо на ладони. Красивую песню и начнем с аккордов. Первый аккорд зажимается на шестом ладу с баре. Дальше средний палец я ставлю на седьмой лад на третью струну, безымянный палец на пятую струну на восьмой лад и мизинец на четвертую струну на восьмой лад. И это аккорд, который называется ля диез мажор. Дальше второй аккорд, аккорд фа мажор. Он выглядит так же, как и ля диез мажор, но с баре уже на первом ладу. Следующий аккорд, третий, соль диез мажор. Такой же, как и два предыдущих, но с баре уже на четвертом ладу. И после этого аккорд, который называется А диез сус 4. Он зажимается тоже с баре на шестом ладу, как и первый аккорд. Третьим пальцем на восьмом ладу я зажимаю четвертую струну. Это безымянный пальчик. И мизинцем зажимаю третью струну, тоже на восьмом ладу. Это как бы первое музыкальное предложение. Дальше второе предложение в куплете. Оно основано тоже на первых двух аккордах. Ля диез мажор и фа мажор. А третий аккорд уже называется соль минор. И он зажимается с баре на третьем ладу, третьим пальчиком. Я зажимаю пятую струну на пятом ладу и четвертым мизинцем зажимаю четвертую струну на пятом ладу. После него опять идет аккорд А диез сус 4 с баре на шестом ладу. В самом конце первого куплета гитарист по струнам просто проводит, потому что выступление они вдвоем играют и поют, это гитарист и вокалист. И перед тем, как вступают другие инструменты, нужно просто будет провести по всем струнам на аккорде А диез сус 4. Дальше все эти аккорды повторяются, а в припеве уже следующие аккорды. Первые два мы возьмем из куплета, ля диез мажор и фа мажор. А третий аккорд в припеве, это уменьшенный септаккорд от ноты фа диез, он зажимается так. Первым пальцем я зажимаю четвертую струну на четвертом ладу. Третьим пальцем я зажимаю третью струну на пятом ладу. Средним пальчиком вторым я зажимаю вторую струну на четвертом ладу. И мизинцем зажимаю первую струну на пятом ладу. Во время прижатия этого аккорда я вам советую касаться слегка указательным пальцем пятой струны, вот здесь вот, чтобы она
не звучало, и при гребоем вы не задевали ее. Потому что в песне в басу должна быть именно нота фа диез. В данном случае у нас это четвертая струна. И шестую струну, конечно, тоже старайтесь не задевать при игре боем. После этого идет аккорд соль минор с бара на третьем ладу. Мы его уже разобрали. Следующее предложение в припеве опять начинается с аккорда ля диез мажор, фа мажор. Дальше уменьшенный септ аккорд от ноты фа диез. И в этом втором предложении припева заключительный аккорд опять а диез сус 4. Дальше опять начинается куплет, и аккорды повторяются заново. После этого припев, потом соло, и в конце опять исполняется припев. Все аккорды там одинаковые, а в самом конце, когда опять затихают инструменты и остается только голос и гитара, там заключительные аккорды. Аккорд опять ля диез мажор, фа мажор, потом сразу а диез сус 4, и в конце аккорд ля диез мажор. Сейчас играем припев, и потом я покажу вам, как играть бой. Указательным пальцем я делаю два удара сверху вниз. Дальше я делаю большим пальцем снизу вверх три удара. Раз, два, три. И в конце делаю опять удар сверху вниз указательным пальцем. Получается раз, два, раз. Снизу раз, два, три, и опять указательным сверху вниз.